Чего, собственно, не скажешь об успехах голландского волшебника Гуса Хиддинга, который не выполнил возложенную на него задачу в Турции. С большой долей вероятности Хиддинг будет уволен после домашнего поражения от сборной Хорватии со счетом 0-3. Верить в волшебство Хиддинга в ответной встрече турки почти не могли. Хотя сам Гус Хиддинг провалом свою работу назвать не смог. Дамир Алымов расследует. В очередной раз хочется сказать огромное спасибо нашим старым знакомым Славину Биличу и Гусу Хиддингу. Разойдясь миром в ответном квалификационном поединке, команды этих наставников оставили сборную России перед жеребьевкой Евро во второй корзине. Сборная Хорватии, вдоволь поиздевавшись над турецкой командой в Стамбуле, на Максимире была не столь убедительна. Более того, забей гости на 5-й минуте, все вполне могло обернуться лихой турецкой погоней. Что называется, не срослось. Ворота Политикосы в этой серии так и останутся неприкосновенными. Но что самое приятное, свои голевые моменты лидеры хорватов Сабна и Ракитич реализовать не сумели, подарив российским болельщикам нулевую ничью. Мне кажется, у вас сложился не самый реалистичный взгляд на ситуацию в сегодняшнем мировом футболе, на то, кто с кем играл и какие уровни у этих команд. Если вам кажется, что это провал, то мы по-разному смотрим на вещи. Я еще не определился, что буду делать дальше, пока возьму небольшой отпуск, а потом буду решать. Как вам, кстати, в Англии? Да, в Челси я неплохо провел время, но это не значит, что я уже завтра возьмусь за дело. Как я уже сказал, сначала небольшой перерыв, потом уже какие-либо конкретные решения.